Доброе утро, друзья. 6 утра, Турция. Там у меня как раз подошли люди поблевать в море. Ну а мы будем медитировать. Сегодня тема «Любовь к себе». Приглашает открыться потоку любви в себе и к себе. Здесь мы практикуем «Я нравлюсь себе как состояние». Помогаем себе понять, что значит любить себя именно для нас. Для медитации хорошо иметь под рукой зеркало. Но зеркала у меня нет. Так что давайте протестируем медитацию без зеркала. Как любить себя? И что это значит для тебя? Мы попробуем прикоснуться к этому состоянию в этой медитации для развития любви к себе и приятия себя и своего тела. В этой медитации хорошо иметь под рукой зеркало. Мы воспользуемся им позже. А сейчас прими удобную для медитации позу и закрой глаза. С закрытыми глазами хорошенько потянись. Сладко и приятно до кончиков пальцев. Слушая свое тело и позволяя ему показать, как хочется потянуться. И растягивая губы в мягкой улыбке, сделай глубокий вдох. На выдохе выпуская все напряжение. Мы делаем 3 глубоких вдоха через нос, выдыхая плавно через рот. Глубоко вдыхаем, раздувая легкие во все стороны. И выдыхаем. Выдыхая все мысли, все, что не связано с этим временем, посвященным себе. И легко создаем намерение остаться в этом промежутке времени с собой, зная, что бы ни происходило в мыслях, оставаясь здесь, ты даешь шанс трансформации. Возвращаясь к нормальному дыханию, переключаясь с думания на ощущение тела, мы прикладываем правую руку к груди, на свой сердечный центр, смещая внимание под руку и глубже, чувствуя и направляя внимание в это место. Разрешая себе ощущать и чувствовать все. Без контроля и предпочтений. Физические ощущения и эмоции. Возможно, даже всплывают какие-то мысли. Мы позволяем им пройти. Без чрезмерной серьезности. Позволяя голове быть ясной, а сердцу легким. А теперь мы представляем, как вдыхаем в центр груди некое состояние, которое можно назвать «Я нравлюсь себе».
не столько мысль, сколько состояние. И если вдруг внутри возникает какое-то сопротивление, можно спросить себя, а как бы я ощущала себя внутри, если бы нравилась себе полностью? Что бы я чувствовала? Как бы воспринимала мир? Возможно, ты можешь подобрать какие-то слова, чтобы описать это состояние. И дай разрешение этому состоянию быть в твоем теле. Я нравлюсь себе. Сейчас. Полностью. И представь, что из твоего сердечного центра сияет теплый свет, озаряя каждый уголок твоего тела. Ощущай этот свет как энергию любви. Сейчас не нужно задумываться. Просто чувствуй. Этот свет смягчает любые напряжения, любые блоки, любые ограничивающие установки и мысли. Сейчас этот свет растапливает их, и они тают. Твоя энергия течет свободно. И все твое тело, все твое внутреннее пространство превращается в это поле, вибрации этой энергии любви. И чтобы почувствовать лучше, возможно, задай вопрос. Как бы я ощущала себя, если бы любила себя безусловно? Возможно, это похоже на чувство к другому человеку, которого ты искренне любишь. Ощущение заботы и внимания, искреннего участия и безусловной любви. Этот источник сейчас находится в тебе. И находясь в этом состоянии, спроси себя, что для меня означает любить себя? В каких действиях и выборах это могло бы проявиться? В больших вещах и в мелочах. Позволь ответу появиться интуитивно, в словах, в ощущениях, в образах. Может быть, это больше отдыха или позволение выделить время на любимые дела. Возможно, это значит сказать «да» тем вещам, которым давно хотела сказать «да». Или же сказать спокойное, но уверенное «нет» тем вещам, которые не резонируют с тобой.
Дай время ответу появиться. Если не прямо сейчас, то на протяжении дня. Прийти легко и естественно. А теперь медленно открой глаза. И если рядом есть зеркало, возьми его. Не отвлекаясь на фрагменты своей внешности, посмотри себе в глаза. В самую глубину своих глаз. Находя в них свет своей осознанности. Ощущая, зная всем своим существом, что ты и есть этот свет. И от всего сердца, глядя себе в глаза, мысленно или вслух, скажи: «Я люблю тебя». И еще раз вслух: «Я люблю тебя». Любя себя, принимая себя, я могу глубже любить других людей и делиться с ними своим светом. Сегодня я позволяю своему сердцу указывать мне путь в маленьких и больших делах. Ну вот, прекрасная медитация завершилась. Сегодня контрастирует она очень сильно с тем, что зачастую люди не принимают себя. Более того, есть ситуации, когда эту любовь другие называют эгоизмом. А эгоизм, можно сказать, противоположное состояние, когда именно любовь к себе называют эгоизмом, да, то есть ты, тут медитация говорит о том, что ты люби себя, ты принимай себя, и через любовь и принятие к себе начинай любить этот мир, начинай любить, проявлять свою любовь к другим. Вот. Почему это важно? Потому что на самом деле, если... Доброе утро. Доброе утро. Если к себе нет принятия, то тогда и невозможно проявлять любовь к другим людям. Поэтому в первую очередь нужно найти баланс и принять самого себя. Только тогда ты станешь свободным к проявлению истинного отношения, истинных чувств к другим. Все, ребят, с вами был Баженов Юра, ювелир, который медитирует по утрам на друзьях. Подписывайтесь на меня в телеграм-канале baženovyura.t.me. И дам вам, как обычно,
несколько секунд моей природы перед завершением.